Так. Проводим дальше отбор. What is this? Yeah, this is. Эти девочки все от 4 линий. Отбор проводится, еще раз хочу сказать, для торгового дома и стада, для кондов, для наших клиентов и для Романа и Владимира. Сейчас покажу один интересный элемент, я сам о нем сегодня только узнал, оказывается, у них, если нету ушной бирки, у них прям по духам с обратной стороны татуировка набита, прям номер ушной бирки. Да, то есть, чтобы не перепутать линию, оказывается, этот тюхтор очень умный и грамотный. У него братья и сестры не сношаются, он меняет их, оставляет себе 4-5 линий, остальные меняет на аукционе или везет на другие земли. То есть хочу еще раз сказать, что касаемо этого будет все в порядке, и никакого кровосмешания не будет. Вот этот. Животные все, хочу повторить, от 50 до 55 килограмм, с возрастом 5 месяцев. Хочу сказать, 5 неполных месяцев. Вот так. Дизис. Что, Амар Цванты? Я. На самом деле, честно говоря, очень сложно выбирать, с того, что выбрать нечего, они все одинаковые. Стараюсь выбирать более-менее на глаз самых мелких, но вы как видите, они все одинаковые. Пытаюсь сделать максимально все для наших клиентов. Noch 15 Stück weg, ja? Okay, ja. Passt, ja. Und 30 jetzt, ja? Bleiben jetzt alles. Jetzt ist, denke ich, sind 80 Stück. Passt.